сказки народов севера. Как у бурундука спина полосатой стала. Медведь и бурундук в старые времена жили дружно. Медведь называл бурундука сестричкой, а для бурундука он был братишкой. Они очень дружно жили, одну пищу ели, в одной норе жили. Однажды вечером сидели медведь и бурундук возле маленькой речки. Медведь в речке ловил рыбу. Ловит рыбу, плавающую в воде, и на берег кидает. Пока они так сидели и рыбу ели, стал медведь говорить бурундуку: «Мы так дружно живем, а друг другу не подходим. Ты маленький, работу, которую я делаю, ты сделать не можешь. Вот взять ловлю рыбы. Ты хоть как ни старайся, а никакой рыбы в воде не поймаешь. Кроме того, ты глуп, некоторые дела хорошо и не делаешь». Бурундук стал спорить. Он тоже назвал много дел, которые медведь не умеет делать. Два друга, хорошо жившие, сильно поспорили. Наконец бурундук сказал: «Зачем мы зря будем спорить? О чем-нибудь одном поспорим. И тогда ясно станет, кто из нас самый умный. По-твоему, утром солнце откуда восходит?» Медведь сказал правильно, откуда солнце утром всходит. Тогда бурундук сразу сказал, что солнце восходит с другой стороны, и показал туда, где восходит ночью луна. Как узнать, кто из них правильно говорит? Медведь и бурундук решили всю ночь сидеть и наблюдать, кто же из них прав. Медведь сел в ту сторону, откуда солнце всходит, а бурундук в ту сторону, откуда луна всходит. Так и сидят. Стемнело. Тишина. Птицы и разные воробьи петь перестали. Бурундук нарочно сказал, что солнце появится у него из-за спины. Он решил медведя обмануть. А медведь ведь точно знал, откуда солнце встает. И сидит сердитый. «Вот глупый бурундук еще спорит со мной, медведь! Теперь я ему покажу, кто умный!» Наконец, с той стороны, где сидел бурундук, из-за верхушек деревьев стала появляться луна. На небе облаков совсем не было, и поэтому темной ночью стало совсем светло. Бурундук кричит: «Посмотри, медведь! Солнце появилось так, как я и говорил!» Медведь туда оглянулся и видит. Оказывается, там половина солнца показалась. Он очень рассердился на сказанные бурундуком слова. Медведь попытался бурундука схватить, но бурундук вперед прыгнул. На его спине остались лишь 5 полосок от когтей медведя. С тех пор медведь и бурундук на друг друга сердиты и больше не дружат. А полоски от медвежьих когтей так на спине бурундука и остались. Теперь спина бурундука с 5 белыми полосками.